принимает парад маршал Советского Союза Жуков. Вы же были на том параде? Волновались, конечно, но волновались просто вообще от обстановки, а не от того, что он там плохо проедет. Мы настолько были в нем уверены. А что отец рассказывал вам о Сталине? Какие у них были взаимоотношения? Как-то в семье мы у него спросили, почему Сталина так все боялись. Задумался немножко, ушел в себя и сказал, у него был гипнотизирующий взгляд. Он часто повторял нам с сестрой, вы должны прожить свою собственную жизнь, а не пользоваться моим именем. Русский характер. Маршал Жуков. Мой отец. В пятницу в 17:25 на 12 канале.